В Красноярске прошли краевые соревнования по летнему биатлону на призы двукратной олимпийской чемпионки Ольги Медведцевой. В этом году в них приняли участие около 200 спортсменов из разных городов и поселков нашего региона, в том числе и новоиспеченный чемпион мира Александр Шрейдер. 3, 2, 1, пошел! В это утро участникам явно повезло с погодой, облачной, плюс 20 в тени. В программе соревнований и одна дисциплина, смешанная эстафета. Опытные биатлонисты заметно волнуются, а вот молодые ребята более раскованы. Многие из них турнир на призы Ольги Медведцевой расценивают как подготовку к длинному сезону. Настроение поднять, так развлечься. То есть, ну и пострелять тоже опыт соревновательный перед краевыми соревнованиями. Да, легко бежала. Легко, ну, не трудно. Одинаково стрельнули 0-2. На первом рубеже на лёжке, по нулю стрельнули, на стойке по 2. Всех биатлонистов разделили на 30 команд, по 4 человека в каждой. На первом этапе на дистанцию выходят мужчины, на втором бегут женщины, далее дети, а замыкают гонку ветераны спорта. Формат придумали несколько лет назад, и тогда он всем пришелся по душе. Сама Ольга Медведцева, завершившая карьеру и теперь занимающаяся развитием биатлона в крае, надеется, что турнир станет общероссийским и поможет нам выиграть борьбу за всемирную универсиаду. Это же все-таки сделать популярным как и наш вид спорта, так и пропаганда здорового образа жизни. Это не просто слова, это действительно так. Мы все надеемся, что с каждым годом участников будет все больше и больше. Мы, может быть, будем пересматривать формат, чтобы еще больше, потому что действительно заявок очень много поступает. Я надеюсь, что универсиада все-таки пройдет в нашем городе, и мы делаем все возможное. И эти соревнования как раз вот и являются тем, чтобы универсиаду привлечь в наш город. Александр Шрейдер, ставший на днях чемпионом мира по летнему биатлону, кстати, впервые в карьере вышел на дистанцию с партнерами из братской Камчатки. Бежали хорошо, отстреляли неважно. Сам Александр на стойке допустил 3 промаха. В итоге команда чемпион стала 4-й. Немножко себе позволил отдохнуть после чемпионата мира. Перерыв был около недели. И получается сразу скоростную работу. Это всегда тяжело. Стресс для организма. Но сегодня ключевым, конечно, стрельба была. Стрельба и положение стоя. Как зачастую это и решает в биатлоне решающий фактор. Ну, так или иначе, это праздник. Я рад, что принял участие, поработал и стряжку получил после перерыва. Добавлю, что в этом году в турнире на призы Ольги Медведцевой приняли участие спортсмены из Иркутска, Новосибирска, Барнаула и Братска. Победителем соревнований стала команда «Мишень», которой достались ценные призы и подарки. На них организаторы, что особенно приятно, не поскупились. Соревнования по летнему биатлону на призы Ольги Медведцевой станут традиционными. По словам организаторов, в следующем году в них принят участие еще большее количество спортсменов. Если у вас есть свои новости, звоните лично мне, мой телефон 292-55-04 или пишите на сайт afontova.ru. Сергей Кузовков, Олег Голубин, Афонтова. Новости.